Шуточная песенка «Как тяжела судьба поэта» или «Просто судьба поэта» родилась на свет 3-4 марта 2011 года. Как тяжела судьба поэта, с утра до ночи сочиняй, читатель ждет твоих памфлетов, и критик требует: давай заняться делом бы беспечным, простым физическим трудом. Какое там, пиши им вечно, работай вкалывай, понимаешь, умом. А кто-то в шахте отдыхает, отбой никчем не благодать. Он даже и не представляет, как тяжко музу ублажать. Уже к полудню, встав с кровати, несчастный весь в губной помаде, поэт обязан съесть зефир, запить вином, сходить в сортир, включить компьютер, телевизор, увидеть в блоке новостей свою любимую актрису в окружностях ее грудей. И как бы сильно не устал он, все 40 000 мегабайт пересмотреть материала. Войдя в любимый порносайт, потом еще труднее дело, напялив бабочку и фрак, на бал он тащит свое тело. Как не устать? Увы, никак! Кричит: подайте мне карету, я не влезаю в лимузин. Пегас, что оседлал поэта, такой тяжелый сукин сын. Окончен бал, накрой поляну, спеши любить, строка и детей, потом дуэль, опять по плану или с пьяну. Похмелье, ой, хуже, чем дуэль. И гонорары сундуками, о, ужас, некуда ступить. Пиши, поэт, шути стихами, как тяжело поэтому быть. Пиши, поэт, шути стихами, как тяжело. Как тяжело поэтам быть. Примерно так.